Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, Агроземледелия, с вами, друзья. Ну, у нас так каждый день. Солнышко светит, все, а после обеда дождь. Вчера в 2 часа начался дождь. И до полночи шел. Короче, грязь, ужас. Продолжаем дальше заниматься в мастерской. Вот такая рельса. Давно у меня уже была. И сейчас я хочу с нее сделать наковальню. У меня в мастерской нет наковальни. Не знаю, сейчас автоген есть. Будем делать ее с автогена. Вырезать. Ну и попробуем, что получится, вам все покажем. R17, по-моему, или R23, я точно не помню. На ней не написано, но нормальная будет наковальня. Так, вот такая красотень получается. Еще только грубой обработки делаем. Вот, но мы это сделаем. Мы ее доведем до ума. Еще здесь шлифанем. Ну, сейчас это все будем делать. Будем болгаркой такой работаем. Короче, сейчас все будем засымать. Вот это вот готовлю подставку. Сейчас хочу показать, как я буду обрабатывать.
Так, друзья, это не быстрый процесс. Значит, еще надо заточить. Здесь круг сделать. Сейчас буду делать это все. Так, две руки работаем. Сейчас уже шлифуем. Мастерская наша. До конца доходи. О. Вот такая наковальня получается. На край туда не иди, там круглая должна быть. Короче, вот эти вот сколы еще надо вывести, это нам сточить. Вот так вот. Ну, в принципе, уже вырисовывается довольно-таки симпатичная наковальня. Но еще надо точить, точить и точить. Все, точим. Так, ну вот отфрезеровал я поверхность. Вот она, ступенечка видно, сколько пришлось снимать. Обалденно получилось, как фрезой прошел. Не знаю, камера передаст, не передаст. Сейчас мы здесь боковинки, вот эту часть еще заделаем. И будем готовить под покраску. Стружки. Гляньте, весь стол. Это вообще капец, сколько точить. Все, работаем дальше.
Вот, а такая плоскость получилась здесь. Сейчас так же самое с этой стороны. Вот. Сейчас эту сторону шлифану. Так, ну вот такая вот у нас грубая обработочка получилась. Сейчас мы ее тонкой обработкой, мелкой, зачистим и под покраску. Обалдеть! Вот это наша наковальня. Вот такая вот красотулька у нас получилась. Вот это все болгарочкой шлифовал. Да вы сами видели, друзья. Вообще обалдеть. Грань. Все сняли как положено. Сейчас мы ее покрасим. И будет счастье. От этого вверх не будем красить. И от этого не будем. Пиноль от этого. А это все покрасим. Финал. Сегодня у нас все в красный цвет красится. Обалдеть. Вот это красота. Кусок ржавой рельсы. Сколько дома валялся. Под верхом не покрашено. Вот так. Отлично. Обалдеть. Так не надо им. Лучше потом вторым слоем. Сейчас чуть она подстынет, она еще горячая наковальня. Так, ну а рабочую поверхность мы красить не будем. Она уже закрасилась. Ну потом очистим, его дотрем. Да? Ну да. Ну все. Обалдеть. Хорош, Дим. Сейчас надо тряпочку взять и это вверх протереть, намочить. Или пускай это завтра дотрем. Да? Да. Все, хорош, она уже течет. Вот такая красотулька у нас получилась, друзья. Обалдеть. Своими руками. Все, друзья, пишите комментарии. Всем пока. Это наша игра WhatsApp. Сегодняшняя.